Так как и вся моя жизнь в нынешнем виде глупом, ставший порядком действий, я не ищу вдохновения. Молча и каждый день все повторяю без рвения. Выход из бега по кругу вне понимания круга. Если откроют мне дверь, будет, наверное, круто. Книга «До и после». Однажды один человек написал книгу. Он не думал про что, просто написал. Издатель ему не показал вовсе фигу, напечатал ту книгу, и мир ее прочитал. Прочитали ученые книгу ту тоже и сказали, что это, конечно, роман. Просто книгой, конечно, роман быть не может. И пусть знает об этом любой книгоман. А потом книгоманы всем рассказали посмотреть, да это же экзистенциализм. Экзистенциальным романом книгу назвали, и вначале впихнули много ученых писем. Через год не найти на обложке автора имени. Слишком много умных ученых, полезных слов. Да и строки автора ту книгу уже покинули. Пред и после словия одни, абзацы, номера голов. Выходя в свой любимый город, не бойся, ты просто пешка. Не сладкий липкий солод, не лучше гнилого орешка. Не стоит метаться слишком. Жди, пока все объявят. Жди, будто плюшевый мишка, коль в шкафа пыли оставляют. Зажигая на улице свечи, ты лучше это не делай. Им лучше знать, когда вечер, ведь черный на деле белый. И кислое разве не сладко, а сахар чернее ли снега, который зимою так гадко мешается с грязью и следой. Играя в творцов и фигляров, останься к деталям критичным. Не спорь с идиотами яро, не действуй категорично. Тогда, может быть, улыбнуться позволит себе твой коллега. Хоть стоило вдвое согнуться, зато назовут человеком. Полегче. Мне человека жалко становится. Он ей звонит, он ее просится, он ведь так прост. Что с него спросится? Но он звонит, ему не погодится. Вечно мерещится злому ревнивцу некто коварно уведший в полон. Ту, кто, наверное, тоже принцесса. Ровно настолько, сколь принцем был он. Немного про деньги был тут.